Всем привет, вы на канале Шарни, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы начинаем. В этой серии, в этой миссии вы собираете составленное в 60-го года и доставите груз на станцию. В общем, в этой серии мы будем проходить 9-ю миссию. Вот. Поехали, начинаем. Эта загрузка пройдет. Может быть, мне, не знаю, может, мне придется половину даже за кадром пройти, если у меня время будет поджимать. Потому что есть ограничение на видео 14 минут. Вот. Ограничение. 14 минут. Нет, конечно, можно больше 14 минут снять видео, но там, ну, кое-что надо сделать. Во, три мяса моя пришла. Это же мой любимый, это ЧМ, три. Вау, мой любимый паровозик. Дай, ту-ту. Дуи, гай, дуи. Например, меня все тоже не хочет играть, но я и не там. Я развернусь. Все, я прицепил вагон, теперь посмотрим, куда их надо довезти. Ага, еще надо прицепить там. Она хочет играть, играть, выиграть. Мама ей дала свой телефон. А как можно выиграть? Не знаю. Бабушка не дает видео поснимать. Подожди, вернее, я сейчас иду. Все, я ушел в другую комнату. Сейчас буду снимать дальше. Ай. Сколько у нас там вагонов сейчас? Ну тоже, мне кажется, 60. Я произведу сцепку, а потом включу. Все, я собрал все вагоны. Теперь буду устанавливать на следующую станцию, которую нам сказали выгрузить.
Все. Вот. И поехали. Вот мы подъезжаем, едем. Наш поезд такой большой. Посмотрите. Нет, мы не будем снять, ничего. И все, поехали. Наконец-то получится 7 дней. Ну куда? Так. Вот. Нормальненько. Все, я произвел сцепку. Вот. Произвели сцепку. Сцепку. Вот. И поехали. Кстати, это карта глубинки, да? Вот, и слушайте, я не обращал внимания, только сейчас обратил внимание, потому что сейчас на этой карте как всего лишь что-то, ну, лето, а раньше всегда была зима. А, я доеду за кадром.
Вот мы выехали на место, где вот электричество есть. Вот. Все, поехали. Все, я прошел четвертую миссию за кадром, потому что я там еще врезался в поезд. Я хотел просто тратить время, а сейчас давайте пройдем десятую миссию. Ну, точнее, посмотрим, что тут надо будет делать. Вам предстоит привести пассажиров на электричке, придерживаться расписания, час маршрут пойдет на электрифицированном участке пути с использованием дизельного локомотива. Давайте-ка это пройдем в следующей серии. Или нет, давай в этой. Я все-таки там попробую это все. Именно для вас эксклюз. 20. Ну, буду подписывать тракторы. Кажется, это все, поехали. Вот мы приехали. Вы здесь не будете останься. Время прибытия. Минута 30. Получается 1:30. О, у меня свои уроки обычно начинаются в час вторых. В общем, друзья, я не смогу сделать вторую миссию в этой серии, потому что что-то все время я допускаю ошибку, приезжаю на станцию ровно в минуту 25, чтобы потом отправиться в час, ну, в минуту 30. Ну, а вначале я приезжал в минуту 30, а у меня что-то не захотели люди заходить, не знаю, что такое. Ладно, всем пока, вы были на канале Шарни, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я еще могу снимать видео, только еще 20 секунд. Пока!